Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Ну, для тех, кто, может быть, любит поиграть, игрушечка вот эта вот, которая доступна на Android-устройствах, также на айфончиках, уже адаптирована и для часов на Wear OS. Скачать сможете, пройдете в описании видео, скачайте и установите. Так что без проблем. Я вам покажу, как она работает. Чтобы вы понимали, здесь работает прекрасно G-сенсор, жесты, все работает без каких-либо проблем. Звук работает. Все. Вот такая вот конструкция. Полетели. Хопс. Здесь он у нас. Так. Ну, сейчас я просто какой-то период покажу, просто как это все дело работает. Эх, все, врезался я. По новой пошли. Бац, на веревочки, на канатики. Хлоп, дальше бежит, бежит. Раз, перепрыгнуть здесь. Сейчас еще раз перепрыгнуть. Побежали далее. Ага, здесь надо будет уже по сторонам. Вот так вот, вот ему. Ну, как видите, здесь подсказочки есть. И на часах это прекрасно все работает. Сейчас будет где-то мне нужен будет здесь поворотик. Вниз сначала вот так сделать. Эх ты, ё-моё. Рано сильно сделал. Вот так вот. Опять убился. Паренек. Еще раз. Вот сотрясение однозначно получил. Серьезнейшее. В такую стену влупиться-то со всего маху. Хоу. Поджарился, блин. Погнали дальше. Бау. Труба, короче. Живой еще, смотри, что. Ага, вот сейчас еще раз. Опа! Проскочили. Тут еще где-то что-то у нас сейчас будет. Ага, вот здесь уже надо будет вот так часики поворачивать. Видите, он монетки собирает. Через другой стороны. Хоп, G-сенсор здесь у нас работает. Хоп, ах ты, пролетели мы, ребята. Ну вот сейчас... Побежали, побежали. Опс, выровнялись. Опять в другую сторону побежали, побежали. Выровнялись. Вот так вот. Короче, вот таким вот макаром сможете поиграть, провести, так скажем, досуг, если есть свободная у вас минуточка. Скачать, как я уже сказал, в описании видео без проблем. И установить на свои часики. Вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео. Лайк, комментарий. Пока!